Гуляем по Чайна-тауну под крышей. Там дождик собирается, а мы так зашли случайно в маркет. Бродяжничаем. Всякие там магазинчики. Ой, а что это такое? Ой, как в дыму все. Ну, пошли туда. Да. Идем туда, а потом... Ну, идем туда. Ну, идем. Вернемся. Excited, Олежечка, доволен? Чего? Доволен? Ну, не знаю. Ням-ней пахнет? Нет. Нет. О, пласты мяса. Что за пласты мяса? Вяленое мясо. Вяленое. Это мясо, блины. А там сразу часы, роликсы, да? Пахнет блинчиками. Олежка говорит, отравимся. Ладно, здесь не будем кушать. Олежка тапочки смотрит себе. Ну вот там может кожа. Не видно, что где-то есть. Вот, люди кушают. Пошли. Если есть сифуд. Ну посмотрим. Это типа иф. Вот национальная цены, видишь, 30, 18 гривен, нет. А у меня всего 20 есть, на деньги менять. Так, не дешево. У нас нету денег. Какие-то Пельмешки всякие, они вкусные, кстати. Сладенькие. Они нет, они не бывают разные с мясом. А вот тапочки, Олег. А, да, точно. Оп. Идем менять в банк деньги.